Мама Лиза. Да. Индеец Джо? Нет, ты ангел с крылышками. Зозу, ты когда-нибудь ангелов видел? Не мог я их видеть, ангелов не бывает. Зозу говорит, не бывает, а ты рассказывала. Ну, рассказывала. Теперь их нет. Есть. Ну, да. Я видел. Где? Вон бежит дядя, это ангел, а крылья у него в чемодане. Вот так хорошо. Доброе утро, Зозу. Доброе утро. Как по-твоему, будем вставать или еще немножко поваляемся? Что теперь разыскиваешь? А? Сколько раз тебе говорила, клади каждую вещь на свое место. Не знаю, что делать. Через час спектакль. Слушай, иду я, значит, по улице, а навстречу большой пистолет с бантом. Я говорю... Пистолет, пистолет, давай бант развяжу. А он не хочет. Ой, Лиза! Лиз! Лиза! Я на горшок хочу, лучше иди сюда, ты что не слышишь? Лиза! Лиз! Безобразие! На кухне их тоже нет. Может, за пианино завалились? Отодвинем. Что вы, мы с Элли. Еду, 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 еду. Еду. Я приехал. Вы что, не видите? Подожди, Гига.
Кига, что ты опять натворил? Господи, какой непослушный. Сколько раз я просила тебя не трогать мои вещи. Пусти. Гига. Вставай, ну. Посадите меня вон туда. Кому говорю, посадите меня вон туда. О, Господи, хоть на крышу. Только не мешай. И сиди тихо. Крошка, сын спросил отца, что такое хорошо, что такое плохо. Ага. Сажайте на пианино, скажу, где уши. Где они? Они ушли домой. Эти женщины ничего не знают, шуток не понимают, с ребенком не играют, уши им подавай какие-то. Плохо дело. Крылья потерял. Вместе с чемоданом? Да. А ну-ка, вылезай. Стой! Ко мне! Ко мне, ко мне! За мной! Твоя собака какой породы? В ней собраны все породы. А ищейка тоже имеется. Весьма возможно. Она поможет найти чемодан. Я об этом как-то Пошли. Не думал. Куда? Здесь нашел. Если хочешь, возьми ее себе. Она будет твоя, совсем твоя. Посмотри, какая она славная. Мама, что ты делаешь? Примета есть такая. Если в доме что-нибудь пропало, переворачивают пустые банки. А что за глупости? Как тебе не стыдно? Суеверия выдумывает какие-то. Еще мне говорили одно заклинание. Черт, поиграй, обратно отдай. При этом его бороду привязывают к ножке стула. Сейчас привяжу. Мама, я тебя не понимаю. Банки, борода. У меня уши пропали. А ты вместо того, чтобы искать, занимаешься бог знает чем. Не дергай меня, пожалуйста. Успокойся, занимайся своим делом. Да я и так все делаю для того, чтобы успокоиться. Гига. Мама, это ангел, он прилетел к нам ненадолго. Какой ангел? А улететь никак не может, потому что у него пропал чемодан. Он вместе с чемоданом и крылья пропали. Да, чемодан пропал, и крылья тоже. Вы кто, извините? Представьте себе, ангел. Что за вздор? Какие в наши дни ангелы? Появляетесь в моем доме, ведете бессмысленные разговоры о каких-то пропажах. У меня вот пропали уши, а я людей не беспокою. Но я пришел для того, чтобы помочь вам отыскать вашу пропажу.
По-моему, немножко того. Прошу тебя, будь осторожна. Самое главное сейчас не раздражать. Уши! Господи, смотрите, нашлись. Да, нашлись. Подумайте, он там несколько раз искал. Посмотри, Лиза, он исчез. Это ничего, он потом появится. Что значит, мамины слова, не возьму в дом грязную собаку? Его надо помыть горячей водой. А вот это горячая вода? Да. Что, у вас там нет грязи? Нет. А это что? Это шампунь для первой. Довольно, довольно. Закрывай, закрывай. Ну-ка, помоги мне. Так, так, так. Опустим в воду собаку. Не знаю, как ее звали раньше, но после мытья она будет совершенно иной. И мы с тобой придумаем ей новое прекрасное имя. Сиди, сиди. Шарик. Что такое шарик? Не знаю. Каждое имя должно что-нибудь значить. Ты, Георгий, землепашец. Твою бабушку зовут Ирина. Ирина, это значит мир. Там у нас тоже есть вода, только почему-то совсем не мокрая. И не теплая. Грязи нет. Только пыльца цветов. Очень сильно пахнет. Тоже неудобно. Ну вот, он у нас совсем белый-белый. Что будем делать дальше? Возьмем полотенце. Давай. На, вытирай. Так. А как назовем? Он такой белый-белый, белый как... Как снег? Снежок! 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 Пол тоже мокрый. Что нам теперь делать? Мыть пол грязный. Вымыть его. Правильно. То мама будет недовольна. Отойди-ка в сторонку. А дальше что? Мы. Хватит, хватит, хватит. Полотенце. 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 Вытирай. А куда его вытирать? А. Вытирай. Так. Вытирать. Вытирать. Вытираем. Вытираем. Чисто, чисто. Чисто, чисто. Чисто. Вытираем трубы. Чисто, 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 чисто. Господи, что вы тут натворили? Моем пол. За мной. Мама, можно я пойду погуляю? Иди, погуляй, только недолго. Дай мне, пожалуйста, эти перышки. Зачем тебе? Нужно. Ну, хорошо. Беда с тобой. Держи. Снежок. Нюхай, нюхай. Ищи.
Палка зачем? Надо. Пойдем, пойдем. Я волновалась. Я крылья искал, искал и не нашел. Стал бедненький. Пора домой. Не хочу. Искать буду. Уже поздно, сыночек. Пойдем домой. Не хочу. Пусти меня. Пойдем. Не огорчайся, милый. А завтра поищем все вместе. И найдем. Найдем. А сейчас давай поиграем в муху. Цокотуху. Ангел кто? Паук. Будет? А я? Ты муха. А ты кто у нас будешь? Я комарик. Комарик. Муха, муха, цокотуха, позолоченное брюхо. Что делать мне? Муха по полю пошла, муха денежку нашла. Давайте шишку, это у нас будет самовар. Пожалуйста. Вот и купила самовар. Приходите, тараканы, я вас чаем угощу. Приходите, тараканы, приходите. Я вас чаем угощу. Идите, 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 идите. Садитесь. Вот. Вот вам чашки. Спасибо. Чашки. Вот, пейте чай. Приходили к мухе дрожки, приносили ей сапожки. А сапожки непростые, в них... В них застежки золотые. Приходила к мухе бабушка-пчела. Бабушка-пчела меду принесла. Меду принесла. Подождите. Бабушка-пчела меду принесла. Бабушка-пчела меду принесла. Ну, хватит, хватит. Вот. А дальше что говорить? А дальше чай пить. Скорее, да. Скорее, комарик чай пьет. Вдруг какой-то паучок, старичок нашу муху в уголок поволок, 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 поволок. Комарик, поволок. Спасите, спасите. Спасите. Спасите, помогите. Ой. Ой, молодец. Комарик, молодец, спас, молодец. Вставайте. Не ушиблись. Ну, вставай. Вставайте. Ну, все. Пошли. Доброе утро, Зузу. Сегодня мамин день рождения. Очень рад, Гига, передай ей мои поздравления. У меня столько дел, я должен идти. Не сердись, а. Снежок! Снежок! Какие же здесь цветы, а? Разные, полевые. Мама любит ромашки. Вот эти белые? Да, вот эти белые. Вот мы с ангелом вдвоем мамочки букет нарвем. Розовые.
нас маме будет букет, а бабушка ей в подарок твой портрет нарисует. Да. Портрет? Вот как? Портрет. Это хорошо. Это очень интересно. Это мой первый портрет. Чуть правее. Я тоже впервые рисую ангела с натурой. Вот, взгляните. Мы вас себе всегда представляли именно такими. Разрешите. Я таким был в молодости. Да. А теперь все там у нас наверху постарели очень. Я себя не чувствую старой. Хотя знаю, что уже стара. Что вы? Вы не старый. Как вы чувствуете прекрасное? Наслаждаетесь искусством, природой, любите детей. А старость – это когда уже все безразлично. Ну вот, посмотрите на них. Да. Я всегда говорила, что Гии нужна собака. Подожди, подожди. Что у тебя там в ухе? Вот так. Вот. Теперь чисто. Ну, мы пошли. Жаль, что вы торопитесь. Поздно уже. Так хорошо посидели. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо, что пришли. Рада была с вами познакомиться. Благодарю вас, я тоже. Поздравляю тебя еще раз. Жаль, что Зура не успел приехать. Да. Всего доброго. До свидания. Приходите, пожалуйста. Ну вот и разошлись. Подожди, не убирай. Подожди, мам. Что, надеешься еще, что он приедет? Да, я еще надеюсь. Послушай, Лиза, это смешно. Я очень тебя 12-й час. Кроме того, ребенок давно уже должен спать. Мама, сегодня мой день. Извини, что опоздал. Поздравляю. Спасибо. Какие цветы? А это тебе. Дай руку. Я сам надену. Вот так. Видишь, ты какой сердитый. Это моя собака. Откуда у тебя такой зверь? Ангел подарил. Фантазер. О, у нас гости. Познакомьтесь, это Зураб. Ангел. Ангел? Да. Позвольте, а где ваши крылья? Утратил вместе с чемоданом. Какая неприятность. Садитесь. Ты не удивляйся, если он исчезнет. Ему пора возвращаться, а крыльев нет. Ангел, значит. Исчезать умеете. Давайте выпьем. Эх, имея ваши способности... Я бы не здесь околачивался, я бы посещал кладовые швейцарского банка. Итак, твое здоровье, любимая. Давайте выпьем за мою дорогую жену. Петя. Нет, я не пью. Не пьете? Да, не пью. А в карты играть умеете? Простите, не понимаю. Это что? О, это самое увлекательное занятие на этой земле. Я вас научу. Зур, что ты задумал? Это же ангел. Ангел. Снимайте. Двигайте, двигайте. Ко мне. Вот так. Сейчас мы раздадим карты. Раз, раз, два, три, два.
Так это ваше. Разрешите взглянуть. Так, скиньте короля пикового, вот так, и прикупите. Если придет десятка червей, это будет флеш. В Монако в таких случаях бьют из пушек. Отстань, отстань! Раз. Снес. Так, что ж, посмотрим. Поглядим. Мам, скучно. Мне тоже скучно. Ждешь-ждешь человека, а он в день рождения на тебя не смотрит. Ваше здоровье. За мою, очевидно, никому не интересно. Нет, почему жизнь. Вы так говорите? Желаю вам счастья. Снежок. Хороший ты мой. Снежок. Дика, потанцуй. Хопа! 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 Может быть, и правда чудо. Пшум! Пшум! Гига, знаешь что? Давай мы с тобой поменяемся. Я тебе дам свои часы, а ты мне дашь эту собаку. Собаку? Да, хочешь? Не, не хочу. Напрасно, часы знаешь, какие хорошие. Новые, с будильником, с музыкой. Послушай, нравится. А потом, если нажать кнопочку, то они загорятся и будут светить, как фонарик. Вот смотри. Видишь? А собака... Собака все равно будет жить здесь. Договорились? Поищи в саду. Снежок! 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 Ой! Ты что, Гига? Что случилось, а? На меня орел напал.
отдать собаку. Она в саду? Там орел. Какой? Отдавай собаку, Жулик. Ты что? Ты что? Спятил? Ты нарочно орла выпустил, чтобы я не мог забрать собаку. Что у вас тут опять? Вот тебя. Вот. Зура, оставь ребенка. Оставь ребенка, Зура. Он сам на меня набросился. Гига! Гига, вернись! Что делать? У меня аллергия на собак. Люблю безумно. Держать в доме не могу. Задыхаюсь и покрываюсь сыпью. Но мальчик так привязался к щенку. Конечно, если бы я обратился к опытному врачу, может быть, бы меня и вылечили, но для этого нужны деньги. А где их взять? Но если бы вы доверились мне... Извините меня, но ни в знахари, ни в экстрасенсов я не верю. Может быть, сумел бы... Вот если бы вы помогли мне достать побольше денег, вот тогда, может быть, я бы и вылечился. Собака осталась бы в доме, и все были бы довольны. Гига, вернись! Ты упадешь! Спотеешь! Простудишься! Держи. Где же ты пропадал? Не вернулся, Снежок. Что это с тобой? Простудился весь. Ухо болит? Не очень. Только мама не пускает гулять. А ты потерпи. Ну да, а Снежок? Снежок придет. Ты мне веришь? Да. Я все сделаю, мой Гига. Говорите мне в самое ухо. Это у того, кто справа, а напротив. Зураб, ты играешь? Играю. Играю. Начнем? Начнем. Отстань. Что у тебя? У него флеш. Какой флеш? Пара. Ну. Ну чего говори, семерки? Твое первое слово. Говори. У тебя же все равно. Говори, говори. Пары. А? Чего? Не трогай меня ты. Показывай. Не трогай. Блефуешь? Блефую. Что происходит? Колода крапленная. Я сам колоду распечатал. Тебя арестовали. Во что играем? На покер или в пардон, мадам? Ну и дурацкая игра. Что? А что мне было делать? Они ведь тоже хотели знать.
если вы попадете в тюрьму? Прекрати. Это ты прекрати. Пожалуйста, не впутывай его в свои грязные дела. Я для вас стараюсь. Как мы живем? А тут прямо с неба свалился такой шанс, грех не воспользоваться. Что ты от него хочешь? Пусть помогает людям. В помощи нуждаются все, и ты, и я, и Горбачев, и Рокфеллер. Думаешь, если ты спросишь Рокфеллера, как дела, он ответит, все окей. Черта с два, начнет конючить, жаловаться на судьбу. Что я хочу сказать, раз он случайно попал к нам, пусть о нас и позаботится. А если он правда ангел? Бред. Бред, очередной гипнотизер. Плохие новости. Что случилось? Мама сказала, что вас могут посадить в тюрьму. Объясни, а что такое тюрьма? Тюрьма – это такое место, куда сажают разбойников, закрывают железные двери и запирают на замок. Но это не так страшно. Ничего. Мне бы крылья мои найти. Давно пора улетать. Я слишком задержался. Ты насовсем улетишь. Возьми апельсин. Апельсин? Спасибо. Это для меня? Угу. Я возьму его с собой. Он мне будет напоминать о тебе. Но всегда улетаешь. Но мы будем помнить друг о друге, а значит, никогда, никогда не расстанемся. Как это? Не обязательно видеть друг друга. Нужно помнить. Ты подумай обо мне, и я сразу буду рядом с тобой, а ты будешь рядом со мной всегда, потому что я тебя никогда не забуду. Никогда. Пусть даже когда ты станешь взрослым, и твои мысли будут заняты совсем другим, придет время, ты вспомнишь обо мне, и я снова буду рядом. Не тревожься. Спи. Спи. Алло. А вы где, Зура? Хорошо, я приеду. Зуру, такая гроза. Снежок там один. Спит. Сейчас я встану и пойдем к нему.
и спрятал крылья. Пошли. Почему он на столе? Врач сказал, не транспортабель. Осторожно. Эй, я принес вам крылья. Вы слышите меня? Крылья. Вы слышите? Не трогай его. Он же нормально себя чувствовал. Да. Здесь где-нибудь можно достать воды? Я все-таки хочу знать, как это случилось. Да не знаю. Играл, вдруг полотенце. Свалился лицом на стол. Тебе лучше? Да, мой друг. Я Но хотел. Я слишком долго оставался это... вне эфира этот раз. Снежок нашел крылья. Спасибо ему. Да, Снежок нашел. Снежок, вот крылья в чемодане я принес. Я знал, что ты спрятал их. Неужели жизнь это только воровство и обман? Этот шарик похож на нашего Зузу. Вставайте. Осторожней. Вам лучше? Да-да. Теперь получше. Спасибо. Спасибо. Идемте. Прощайте. Прощайте. Добрый путь. Прощай, мой мальчик. Я хочу с тобой. Ну что ж, до свидания. Гига, иди сюда. Скажите, что случилось, а? Почему ты мешаешь взлететь? Не мешай. Я стремлюсь вернуться к тебе. Плохого я не творил. Это ты виноват. Его не пускают на небо да. из-за твоих грязных делишек. Какое там небо? Ты что, окончательно рехнулась? Бегает псих с крыльями. Ангел! Не ссорьтесь, друзья. Прощайте, прощайте. Идите, идите, идите. Господи, в самом деле ангел.